сюда! Мост! Про него я слыхал. Теперь и театральная недалеко. Высоковато. Двинули! Okay, so that's... Снова они! Артём, не подпускай их, а я поищу, как перебраться! Нормально, сгодится! Артём, давай сюда, подсоби! Oh, what? What the fuck? Idiot. Seriously. Throw it back. Ай да за мной! Go into the car. Давай, я подсажу. Come on, then. Lift me up. Они внутри. Артём, руку. Come on. Oh no. Fucking spiders, bro. Spider bro. Скорее, ноги в руки. Сюда. I've got my light on. Cock. Готов? Пошли! Джонамо! Артём, ты цел? Давай, надо уходить! Свет, бегом туда! Что, твари, не нравится? Но здесь они нас не тронут! Артём, погоди! Хреново без фонаря! Дай хоть факел сварганю! Раз, два, три, ёлочка, Гэри! Ладно, двинули! Juice. Артём, не туши фонарь! Они к тебе сразу сбегутся! Нравится? Нравится, тварь! No, you idiot hole! Swear to God, man. I had to work that out for myself because I didn't check the shit. It's what happens when you play it on difficulty, Renga. You don't get the hint to keep this thing charged. Чёрта с два! Тут электрозамок! Провода вон туда идут! Слушай, Д'Артаньян, у тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник воткнуть. Получится запитать, дверь откроется. Okay, so you want me to go and find you what exactly? And of course there's gonna be spiders and... Oh god,
fuck with me, then enjoy the fire. I swear to God, I have the light on. I mean, I thought they were supposed to be afraid of this light. What's the point if you're not afraid of this light, eh? I really don't like spiders. I mean, they freak me out. О, талант не пробьешь, молочага. Готов? Первый пошел. За мной. Okay, great. До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Прибыли, Артём! Соберись, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко. Повезло нам, Артём. Похоже, схрон местных сталкеров. Why would they just leave ammunition just lying about? А где были сталкеры, там? Of course. Чёрт, фильтров маловато. Ну ничего, на наш век хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры, братья. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Ты, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Ого! Вот это да! Слышал я про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался. Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артём. Повезет и до лета доживем. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь обходят. Вон, по крылу можно спуститься. Да, недолго солнышко сияло. Как быстро тучами все затянуло. Wow. Дождь. Артём, ты когда последний раз под дождем был? Out behind you, buddy. Come on, let's go. Let's do this. Вон и переход. Давай туда. Если тут застрянем, нам крышка. Надо скорее добраться до станции. Проверь, нет ли фильтра. Если хочешь, смени противогаз. Только быстро. Чёртовы твари! Ох, сейчас, кажись, плюну! Старайся идти потише, тут говорят, не только фанаты водятся. Конечно, настоящий коммунист в духа про остальную мистику не верит, но все равно пробирает. Давай на свет выбираться. Пробей служебное помещение.
Holy shit, No. So I've dropped my AK for that. I'd prefer to keep my RPK for... I'll keep the thing here, my bob. Why don't you just do that the first time round? Что случилось? Ты в крови весь. Артём, стой, пригнись. Стражи, огромная стая, видно, от бури бегут. Ох, чую, будет дело. Если заметят нас, разорвут как. Пронесло. Так, Артём, смотри, чтоб дальше без таких фокусов. Ладно, идем к самолету, пока новых не набежало. Пошли! I'm moving. Oh, dear fucking horses, я про это место всякое. Мол, души погибших. Чушь, конечно. Попробую открыть, я прикрою. Заклинило? Давай вместе. Пошла! Так, Артём, место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Сталкер один рассказывал, это был рейс Майорка-Москва. Ну, в семье после отдыха. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. Не судьба. Got a minute of air left. Странно как-то. Черт, ты тоже видел? Артём, что это было? Живые, смотри, они живые! They don't look alive to me, Sonny Jim. They look very much dead. And we're very much taking our time, aren't we? That's not scary. Still, I am very pleased with this game so far. I mean, I've played quite a few games in my time and I'm quite immersed at the moment. The graphics are very nice and generally I have a very nice experience so far this game, so long may it continue. Питания нет, двигатели заглохли. Домодедово, борт 767-15. Что за вспышка была? Спроси. Дайте площадку. Черт, нет уже диспетчерской. Толя, падаем. Скорость какая? Электроника вырубилась. О, господи. Андрюха, помогай. Да что же ты творишься? Планирую. В руки себя возьми. Да боже, пожалуйста, пускай связано. Правый движок тоже, давай связано. Дышать нечем.
душно мне! Мама! Что? Где? You're an idiot, but that was incredibly depressing and very, very moving. I quite like that. I mean, it gives you that little glimpse at what actually happened, which I think is fucking the best, one of the best. Артём, давай направо. Вход должен быть за этим зданием. As cutscenes go, that was great. Чёрт, демон! Срежь его! Take it down. На тебя летит! Когда-нибудь вы, может быть, меня и достанете! Но не сегодня! Что я говорил? Умные заразы! А вы уже почти пришли! Готовься! Со второго этажа прут! What the fuck? Like a stroll in the park. Thumbs up. Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга и обратно в метро спускаемся уже с паянным тандемом. В пустошах, иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция, театральная. Отсюда до полиса рукой подать. So, that ends another session. I hope you've enjoyed this. I've really enjoyed it. So, I'm gonna keep going. I don't care. I'm gonna keep going.